Вот это. И сейчас мы это увидим, да? Да. Вот я себя слышу и вижу, да. Вот видишь, вот здесь вот видно, слышно тебя или нет. Вот если вот идет вот такой уровень записи, то up, все слышно. Ап, ап, да, слышно. Хорошо, да. Да. Вот сейчас я говорю, и все нормально слышно. Да? Можно начинать? Раз, два. Меня что, слышно, нет? Слышно, раз, конечно. Слышно. Хорошо. Можно даже добавить. Здравствуйте, уважаемые зрители программы Booking. Сегодня у нас очередная литературная встреча, связанная с появлением даже не одной книги, а множества книг замечательного поэта и писателя Андрея Таврова. Ну вот для начала я покажу книгу. Это редкий случай, когда книга уже изданная, ну, в общем, сравнительно небольшим тиражом, еще существует в продаже. Вот книга Андрея Таврова «Парусник Ахилла», ее можно, для тех, кто желает, можно приобрести в интернет-магазине. Другие его книги, к сожалению, уже исчезли из продажи в силу вот того, это что... Еще не исчезло. А, вот еще одна книга, да, Андрей, я извиняюсь. «Самурай» это называется. Дмитрий Кузьмин издал совсем недавно. Да. А, вот еще одна книга, которая еще тоже есть в продаже, но это уже, видимо, в книжных магазинах. Да, в книжных и в компьютерных магазинах. И в компьютерных магазинах. Это Андрей Тавров «Самурай». А «Воздух» это тоже название? «Воздух» — это название серии, которую издает Дмитрий Кузьмин. Ну, он сам поэт, но больше он такой литературный комиссар, что ли, не знаю, который издает, ну, довольно-таки интересные книги. Не все равноценное, но на самом деле стихи сейчас издают достаточно редко. Он один из немногих, кто занимается поэзией, поэтому спасибо ему большое. Да, но мы почти одногодки, по-моему, близкие по возрасту люди. Я бы не сказал, что сейчас стихи издают редко. Их просто издают малыми тиражами. Но я думаю, что в общем количестве того, что стало издаваться, поэзии, не поэзии, вообще стихов, их стало больше на самом деле сейчас, чем это было в советское время. Ты знаешь, Юра, дело в том, что книгу можно издать любую сейчас. Я написал стихи, я собрал там 300, 400, 500 тысяч долларов, я пошел в типографию, мне написали предисловие, и я издал эту книгу. Или я пошел в издательство, и я издал. Это не проблема. Но я сейчас говорю о поэтических проектах, о сериях, которые направлены на то, чтобы публиковать поэзию. Таких серий очень мало. Я знаю, что вот твой друг Степанов этим немножко занимается, да? Я знаю, что Кузьмин занимается. И с некоторых пор мы с Владимиром Месяцем занимаемся этим. Вот издаем вот такие вот книги. Это тоже серия книг, поэтических книг, которые выходят малыми тиражами. Вот вышло пока что в этой серии, которая называется «Русский Гулливер. Поэтическая серия», 4 книжки. Осуществлены они вместе с тоже еще одним человеком, который занимается поэзией, это Елена Пахомова, вместе с издательской группой «Классики 21 века». Вот здесь представлены люди самые разные. Наталья Черных – это такая православная, очень интересная поэзия, на мой взгляд. Вадим Муратханов – это мальчик, который приехал из Ташкента, пишет такую, ну, достаточно интересную, простую, сновидческую поэзию с предисловием Наймана, эта книжка. Следующая книжка – Надежда Муравьева. Это чрезвычайно интересный поэт. Она лично была знакома с женой Мандельштама, она лично была знакома с Ерофеевым, который «Москва петушки» написал, потому что он дружил с ее отцом. А отец ее, знаменитый переводчик Муравьев, был. И у нее великолепная школа Серебряного века. Вот она тоже позавчера выступала на презентации, замечательно все прошло. И я не к тому, что она хороший поэт, потому что она со всеми с ними знакома. Я к тому, что ее поэзия настаивалась в высококультурной среде. И, помимо всего прочего, естественно, человек обладает талантом, который делает вот эту среду стихами. Стихами замечательными. И еще вот это из Самары человек, Вадим
господи, забыл, Константин Латыфич. Это человек, который работает в такой манере, которая, ну, наверное, ни на что не похожа. Это люди все разные. Это люди в литературе пока что неизвестные. И вот эта вот серия «Русский Гулливер», «Русский Гулливер», поэтическая серия, которой я являюсь главным редактором, она ориентирована как раз на то, чтобы давать возможность малоизвестным поэтам, малоизвестным, но не мало талантливым, а очень талантливым людям, дать им возможность издать книжку. И все это делается, естественно, бесплатно, не надо никому нести никакие деньги. Это просто серия, идея серии, вот такие имена показывать. Можно всего я... вышло 4 книги сейчас. Книги по оформлению очень похожи, я просто вот Надежду Муравьеву, книгу ее Надежды Муравьевой хотел бы показать поближе немножко к экрану. Я надеюсь, что это может быть увидено. Вот, ну, вы увидите. Если вы увидите такие книги на прилавке, это означает, что вот это как раз и есть серия гулливеровская. Конечно, это очень здорово, и большое вам спасибо всей группе, которая, ну и, конечно, и тебе, Андрей, за то, что вы занимаетесь таким замечательным делом. Издаете хороших поэтов, но пусть неизвестных, а это далеко не всегда одно и то же. Конечно, конечно. Да, знаете, как есть восточная поговорка. На Востоке люди говорят: ешь, когда можешь, потому что еда и аппетит не всегда ходят вместе. Ну да, ну да. Ну вот, так вот, значит, но мне бы хотелось все-таки немножко не про издательскую деятельность, а немножко про творческую деятельность твою поговорить, потому что мне очень нравятся твои стихи, я их с удовольствием читаю и перечитываю. Спасибо. И считаю тебя одним из выдающихся поэтов, которые создают русскую литературу. Так вот, я хотел бы узнать, если это, конечно, возможно, можешь ли что-то рассказать вот о том, вообще, почему ты стал этим заниматься? Наверное, это для многих интересно. Вот почему человек становится поэтом? Что? Не зачем он это делает, а вот почему он становится? Что такое поэзия? Вообще, очень трудно определить, собственно, что притягивает в этом занятии. Потому что этим же самым занимаются и куча людей, которые называются графоманами, да? Ну, не таких уж и плохих. Это же неплохо, если они графоманы. Я-то да, как раз очень уважаю графоманов. Да, я к ним тоже нормально отношусь. Это, да. А как правило, это читатели, которые... Хорошо, слушают, тогда где отличие одно от другого? Как я отличаюсь? Не об этом спрашивал. Не о том, чтобы мы отличили графоманов. Меня интересует... Я, прежде чем ответить, хочу сформулировать, что ж меня вытягивало-то. Да. Ну, наверное, все-таки это тайна мира. Да. Это то, что какое-то обещание... которые слышно, начинаешь слышать, щебечут свечи за слова, являются о третьем годе, а вот эта тайна мира начинает являться, связанная со словами, где-то в 14 лет, в 15, в 16. И вот эта таинственная подсветка, таинственное мерцание мира, которое еще не можешь никак определить, не понимаешь, чем имеешь дело, но оно тебя переполняет энергией, музыкой и чем-то таким, что с тобой произойдет невероятное, и что оно вот уже рядом, и оно действительно уже происходит. И вот об этом надо написать, и написать не обычными словами, а так, чтобы сквозь них шла музыка. Да, это замечательные эти слова, мне что-то напомнили о религиозном экстазе, но не просто об экстазе, а о таком экстазе, который можно вечно разделять со многими. Во всяком случае, мы знаем, что поэзия как таковая, она вышла из некого духовного синкретической, из некой духовной синкретической общности, да, и как джаз вышел из церкви, скажем, черная музыка, она вышла из негритянской церкви, все, что сейчас так или иначе мы слышим с экранов, оно имеет свой генезис в негритянской церкви, все эти ритмы, так и Гомер вышел из церкви. В смысле, не из церкви, тогда не было церкви, да, из храма, скажем. Ну да, из храма. Потому что вот это гнев у богини воспоя Ахиллеса Пелеева сына, это начинается погребальный обряд по Ахиллесу. И, собственно, вся Илиада написана как некий ритуал. Ритуал, оформленный в слове. И поэтому духовные вещи, и поэзия, и живопись, и молитва, они вначале были связаны. И Мандельштам об этом хорошо писал и даже предлагал словам вернуться назад,
Останься пеной, Афродита, и слово в музыку вернись, и сердце сердце. Устыдись первоосновой жизни слиты. Первооснова жизни – это вот нечто высшее, которое кто-то называет Богом, кто-то называет смыслом, кто-то называет вот этим мыслящим космосом, кто-то называет силой больше, чем я. Вот все идет оттуда. И большинство искусств, они этот след своего происхождения, если мастер велик, он его помнит. И тогда Симонова, коммуниста Симонова стихи «Жди меня, и я вернусь», вдруг они начинают, понимая, что это религия, что это молитва. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». То есть, с точки зрения материалиста, коммуниста, но от того, что вас ждет женщина в тылу, которая вас любит, не может вас миновать пуля. Однако он заклинает «Жди, и я приду». «Я буду всем смертям назло», — говорит он. То есть он, как поэт, не бездарный. Он чувствовал, чем пахнет. Он чувствовал, откуда пришла поэзия, какие у нее возможности. И он вышел к источнику, к этому, к молитве. К молитве. Наверное, из тех, кто людей старшего поколения, которые, возможно, нас сейчас смотрят, я надеюсь на это. Мы уже сами люди старшего поколения. Это да. Быстро это происходит. Но я знаю, отец твой служил во время войны. Да, он был на фронте, да. Хороший поэт был, кстати. Да. И, наверное, многие это разделяют. Может быть, что-то прочтешь из стихов? Но прежде чем ты приступишь, и вот к этому я хотел обратить внимание зрителей, что те, кто нас сейчас слушают, они могут в чате обратиться с какими-то словами к Андрею Таврову, и он вам ответит в этом случае. Но вот какая к вам просьба. Если вы захотите увидеть нас повторно после того, как уже состоится передача, или ваши знакомые, значит, www.tv, большие буквы, tv как галочка, тире, l большое, .ru. Пожалуйста, обращайтесь на сайт. Продолжим? Да. То есть, ты предлагаешь что-то почитать? Чтобы Бы, конечно, но мне было бы приятно. Я надеюсь, что и нашим зрителям это было бы и приятно, и интересно. Ну, мне приятнее всего, интереснее всего читать последние стихи. Конечно. Вот они будут из той книжки, которая еще не опубликована, которая, ну, я думаю, через 2-3 месяца она выйдет в издательство. А пока это вот в таком виде существует. Называется книжка «Зима Ахашвероша». Ахашверош – это такое восточное произнесение, восточная транскрипция слова «агосфер». Агосфер – это вечный жид. Да? И я здесь беру на вооружение вот эту судьбу человека, который по преданию оттолкнул Христа, не дал ему отдохнуть по пути на Голгофе. Это иерусалимский сапожник, и скорбный путь проходил мимо его хижины, и по преданию Господь Иисус Христос попросил у него разрешения отдохнуть на его лавочке. Он сказал: «Иди, иди отсюда, прочь отсюда, бродяга, иди на свой крест». И после того, как Христа распяли, и он понял, что же это произошло, он лишился возможности умереть. И он, еще его называют вечный жид, в силу того, что он 2000 лет, его видели, как сообщают некоторые очевидцы, в городах средневековой Европы, где он такой высокий человек, который всех спрашивал: не видели ли вы распятого, не видите ли вы вот этого вот, потому что он мне нужен, потому что пока я его не встречу, я не смогу умереть. Такое покаяние. Да, покаяние. То есть это возможность истинной встречи с Богом, да, которую он ищет. И вот, взяв на вооружение этот сюжет, эту судьбу, которая дает возможность проследить всю историю культуры европейской, начиная с нулевой точки времен, да, и до сегодняшнего дня. И поэтому вот в этой книжке у меня сплетаются самые разные культурные пласты, самые разные культурные мотивы. И, собственно, вывод такой, который этот Ахашверош делает, достаточно неутешительный. Он сводится к тому, что как человечество пребывало в иллюзии жизни, в неподлинной жизни, так и пребывает. Но ежели, скажем, в средние века или возрождение человечество обладало еще очень такой дикой, неотработанной, но мощной творческой энергией, предпосылом,
предпосылкой для создания, то сейчас эта энергия, она как бы стала пудрой, она рассыпалась, она ушла вот в эти дигитальные ряды, она ушла в уточнение смыслов, и мало чего сейчас производится из каких-то мощных поэтических вещей. Ну, во всяком случае, если ты знаешь, я знаю единичные такие вещи. Это продолжает существовать, но качество падает, потому что, ну, я сейчас не говорю про телевидение, где там, ну, собственно, до 3 часов ночи смотреть нечего, на мой взгляд. Ну, мы сейчас на телевидении, еще нет 3 часов ночи. Ну, это какой-то новый телевизионный опыт, вот компьютерный. Есть кое-что на канале «Культура», и все-таки тенденция идет к охлаждению, поэтому книга называется «Зима Ахашвероша». То есть, ну, немножко, может быть, это перекликается со Шпенглером, который говорил, что чем больше развивается цивилизация, тем охлажденнее и беспомощнее становится культура. Может быть и так. Можно я пока еще не начал, да. Я просто хотел сделать замечание. Вот сегодня я весь день смотрел один из каналов чешского телевидения. Современные компьютерные технологии, так же вот как культуру, можно также смотреть в компьютере, также можно смотреть и любую страну мира. Я знаю чешский язык, и мне было приятно обновить, но меня поразило не это. Меня поразило, что весь день был включен канал, где чешского телевидения. Это обычное телевидение, новость, реклама, все. Ни одного убийства, ни одного сообщения о преступлениях. Показывают великолепные передачи про то, как учат детей в школах, как люди общаются друг с другом, какие они решают вопросы. Все очень мирное, очень милое, я бы сказал. Так что есть примеры. Есть, есть. Да. Алексей Парчиков мне недавно письмо прислал о том, как ведется трансляция в Кёльне, и там тоже очень интересные формы, не только вот этот замес секса, пластмассы, музыки, убийств и аварий, есть другие формы совершенно. Ну вот, что касается этих стихов. Из новой книги? Да. Как будет называться? Название есть? «Зима Ахашвероша». Вот первое стихотворение так и называется. «Зима Ахашвероша». Один. «Зима Ахашвероша наступает, галки хлопочут в воздухе, улица ведет к пустыне с бензозаправкой, витрина с Пакко взята не в фокус, не надо новых слов, этих достаточно, галки хлопочут в воздухе, и белей гусыни, взятый не в фокус снег. Зима Ахашвероша наступает. Время, словно змея, жалит хвост попугая, сделанного из мармелада. Голуби роются на помойке. Пуля блуждает внутри пожилого тела, вслепую ощупывая лабиринт руками. Они красны. Воздух сжимается в голубя и пускается в рассыпную. Теперь он снежинка, блондинка и все такое. Ахашвероша стоит, как снег, в гортани его слово о том, что поэзия знает больше реки, расцветающей, что не весна, берегами. Больше слов о конце и начале, великих и чуждых, больше той, что после полуночи царапает вам лопатки, больше той с ложбинкой в паху, окруженной цветущей вишней. Никто ничего не знает этой зимой. Стынут рельсы, идут часы, самолеты летят домой. Никто не видал кашалота, вынувшего кобелиный уд. Не было ни ничто и ни всхлипа, мы растаяли сами в себе, медленно, как мармелад за щекой, в собственной теплой слюне, которой не осталось и на плевок. Нежные они трогают волосы золотыми колокольцами, дриады зеленые волнуют тебя голубиной песней, вишневой с горчинкой умножают твой шаг, как маятник. Заливы с парусом серебряным дышат бризом, любимая здесь. Здесь она, обнимая единорога за шею, на солнечной бризе веранде. И пуля обрастает верблюдом с ракушкой пустой головы. Спасибо. Прежде чем мы перейдем дальше, я хотел немножко вернуться в нашей беседе, потому что ты очень такие хорошие сказал слова про отца.
И вот мне хотелось бы, ну, редко бывает, и отец поэт, и сын поэт, чтобы ты еще подробнее немножко развернул бы вот, что, вот свое ощущение этого. Потому что я у тебя в стихах это много вижу. У меня есть одно стихотворение ему посвященное. Я просто сейчас сходу его не найду, вот в этой книжке, вот в толстой. Да, называется она «По памяти отца». Да, есть такое. Сейчас попробую его поискать, пока мне ты говоришь. Это был человек очень интересный. Он попал на фронт, ему было 17 лет. Командовал он такой расчетом 45-ки, такой маленькая пушечка. Я ее один раз увидел под Валдаем, в Валдайских болотах. Там она около станции стоит на постаменте. Это, и я понял, что это просто несерьезно что-то. Это вот какая-то совсем крошечная такая установка, из которой ничего, по-моему, серьезного сделать нельзя. И действительно, многие гибли, расчеты таких пушек. И это был поэт. И самое интересное, что это была эпоха, культурная эпоха, музыкальная эпоха, нами совершенно уже забытая и утраченная. Я ее еще помню, поскольку я учился в Советском университете, это 60-е годы. Я помню, я назову ее романтизмом. Но это не тот романтизм, когда красиво о чем-то рассказывают, а это тот романтизм, обеспеченный решимостью умереть за свои идеи. Это романтизм Лермонтова, который готов был рискнуть головой, который готов был пойти на дуэль, и в конце концов он умер. Это был романтизм, обеспеченный золотым запасом, а не просто печатанием бумажных денег. Это был настоящий романтизм. И вот почему я вдруг резко увидел, что он исчез. Недавно шла трансляция по телевидению, по культуре, кстати говоря, «Три товарища» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Это постановка театра «Современник». И я начал дышать этим. Я понял, что я давно уже этим не дышу. Я давно не дышу тем событием, где есть вещи в жизни человека куда более важные, чем сама жизнь и сама смерть. И уж, конечно, более важный, чем деньги, чем доходы, чем количество женщин. Есть такие вещи, как любовь, есть верность, есть дружба. И есть музыка всего этого, которая сейчас утрачена, ее нет. Это ушло, то есть ушел целый мир. И он ушел настолько легко, настолько неуловимо, что я даже не почувствовал потери. Я как-то медленно перекодировался вот в тот достаточно, на мой взгляд, убогий мир, в котором сейчас в основном происходит жизнь моих современников. Не всех, конечно, не всех. Но коды, которые предлагает социум, на мой взгляд, достаточно убогие. Это, собственно, коды, взятые от животных, это... Коды, значит, получше жилье, получше самка рядом, да, получше еда, ведь все на это направлено. Никто не говорит о дружбе, говорят о сексе, да, никто не говорит о любви, говорят о сексе. Никто не говорит о жизни и смерти, однако смерть – это то, с чем мы столкнемся. И словно не писал Рильке, что надо создать свою смерть. И свою жизнь, не прожить заемную, закодированную из телевидения, из разговоров друзей, из социума. Давай. Я поражаюсь вообще абсурдности этого мира. Ведь что такое успех? Успех – это купить какой-то роскошный автомобиль, который выжимает 250 миль в час и часами стоять в нем в пробках. На одном месте передвигаться. Да. Это называется успех. Вот если вдуматься в это... Это абсурд. И все остальное абсурд, потому что, да, мы деремся, мы становимся на этот эскалатор. Вот он идет вверх, вот кто окажется выше. Но никто не знает, что в конце эскалатора. Мы словно забыли, что в конце эскалатора все кончается. Если я живу только этими конечными ценностями, то тогда, как говорит Базаров, ну что, могила, лопух вырастет и все. А зачем все это было тогда? За что мы боролись, если это все? И каждый уткнется в эту могилу, в этот лопух. И если это все, то это еще больше абсурд. И вот в романтизме было предчувствие того, что есть что-то выше, что не уходит со смертью человека, а продолжается. И что это начинается прямо здесь и прямо сейчас. Что дружба может быть выше смерти. Что можно за друга отдать жизнь. И отдав эту жизнь, ты ее не утратишь, а наоборот приобретешь. Но то, что написано в Евангелии, во всех великих книгах.
Да. Я нашел стихотворение. Давайте я как раз. Вот я такое длинное вступление сделал. Так вот, отец это из той же серии, хотя описывает его, написал эту книгу его противник, который был немец, который фашистом он не был, конечно, но все-таки он был такой с той стороны. А отец с этой стороны, но оба были романтиками. И вот я ему такое стихотворение написал. На фото ты сидишь под пальмой, со смуглой Севильей на лице, в старом пальто, копировщики свастики жестов, с карими сквозняками у глаз, все в том же венце, который дарил тебе снайпер и эфтерпы вместо, фразер и циник, глядевший на розовый танк сквозь ствол сорокопятки, словно гуан на Анну. А брек танцплощадок, печальник, сыпучий тальк, воспевший звезду над шляхом до горсть тумана, сжатый скрепкой звезды до ребра, утерявший ТТ в пылкой схватке с черкешенкой, смерти сверчка заклинатель, человек за бортом, это снова луна в высоте, уносилась, не слыша тебя, утончаясь, пинакер. Как ты там, в высоте, в чистоте, от которой тебя оторвать все равно, что доску и дождь от гроба. Как ты там в простоте, подорожник, пижон, дитя, расстрельной эпохи, глядящий в упор и в оба. Ты узла не заметил, фонтана двух крыл под конец, за твоим пиджаком так горбатит бурун за кормою. И когда ты взлетел со стола, отстегнув свой свинец, я повис в зимнем парке, уловлен, но вниз головою. Твой же в небо ввинтился яростный аэростат, зацепивший стопу мою, вытряхнув слезы, карманы, так на карте валет фигуры, раскрывшись, глядят из единого торса, но видят разные страны. Ты, наверное, идешь там в какой-нибудь вечный июль. Зоя жизнь тебе машет платком, словно голубь карниза, пылких бабочек сон, по числу промахнувшихся пуль, завивается вверх, как спираль твоего кипариса. Если слышишь сейчас скрипенье на белом пера, махни оттуда рукой, мелькнет на обоях. Это значит, в далекой гранд-опера есть пустое место для нас обоих. Спасибо большое. Мне очень понравилось это стихотворение, и когда я его читал, и когда я его сейчас услышал, я до этого не слышал, как ты его читаешь. Но книга называется «Парусник Ахилл». У нее есть еще другой подзаголовок, который, мне кажется, очень для тебя важен, вообще в твоем творчестве важен, может быть, и в жизни даже важен, где ты создал некое представление о герое бабочки, которое существовало и до тебя, конечно. И даже роман, вот, который сейчас будет опубликован, вероятно, вскоре, к счастью. Да. Не хотели почему-то. Я читал этот роман еще в рукописи, и мне показалось, что это один из немногих, из нескольких всего романов, которые написаны в настоящее время, заслуживающие название «Великолепный». Спасибо. Да. Но это не комплимент, спасибо, конечно, я так думаю, действительно. Вот. И я бы хотел, чтобы вот, прежде чем ты продолжишь чтение, чтобы ты что-то сказал, это важно, мне кажется, вот про героя бабочку. Это выглядит странно, но это то же самое, что вот и парусник Ахилл, как я понимаю. Ведь парусник — это название бабочки. Да. Парусник. Парусники, бабочки-парусники есть. Но я прерву тебя сейчас, да, пока, прежде чем ты начал. Дело в том, что корабль, есть представление такое мифологическое о том, что корабль — это Одиссей, лежащий Одиссей, с соответствующей мачтой там и прочее. Это у Дилана Томаса встречается, и у многих других поэтов, которые посвящали себя тому, что не просто говорили о мире, но говорили о мире, развернутом исторически, как бы во всем его многообразии. И мне кажется, что говоря о том, что вот парусник Ахилл, ну, кто-то может знать о том, что это бабочка, а кто-то может этого и не знать. От этого, от незнания оно не становится хуже. Спасибо. Действительно, бабочка поразила мое воображение с самого начала и до сих пор. Я не могу точно ответить, почему это случается. То есть, то ли дело в ее мягком эротизме,
то ли дело в ее такой райской природе, как будто райское зеркало раскололось, и вот кусочки его мелькают в воздухе, как разноцветные бабочки. Потому что бабочка – это, конечно же, кусочек рая. То ли потому, что они беззащитны, беспомощны, а с другой стороны, они совершенно непредсказуемы. Недавно я читал в интернете, набрел на одну статью, там написано, что для того, ученые посчитали, для того, чтобы сформулировать траекторию бабочки, всегда не хватает дополнительного значения одного. То есть практически это сделать невозможно. Она движется так, как будто присутствует какой-то вечно меняющийся еще компонент, который ухватить невозможно. По методу случайных чисел. Да, да, примерно так. То есть есть какой-то фактор, который все время нарушает логику чертежа, вот этой траектории. И, ну, наверное, линейный фрактал такой, в ней заложен какой-то. Да. Я думаю, что все-таки самое важное то, что мы видим в детстве, а потом это начинает всплывать. И я вспоминаю, как мне было 5 лет, и мы жили в Сочи, наверху, в горах, немножко так. И ночью однажды влетела огромная ночная бабочка в раскрытое окно. И как она металась по комнате, и мне казалось, что кусок неба просто влетел. Она была шикарная, она была такая бархатисто-синяя в глубину, с глазами и с какими-то вот золотыми отцветами. Я навсегда это запомнил. Ну, для меня бабочка – это синоним чуда, который существует на Земле, продолжает существовать, несмотря ни на что. И это чудо воплощено в материи. Собственно, человек – такое же чудо, он забыл об этом. Да. Больше, да, больше. Лао-цзы, по-моему, или кто-то из китайских философов не мог определить даже, кто он. Да. То ли бабочка, которой снится Лао-цзы, то ли Лао-цзы, которым снится бабочка. Да. Дело в том, что вот такое пристальное внимание в русской литературе. Набоков говорил, что в русской литературе только один человек смог описать бабочку. Это Фет. Я думаю, что у Бунина есть одно стихотворение, где он тоже поймал бабочку. А Набоков, ну, он как человек временами скромный, про себя не стал писать. Хотя он, как вы знаете, бабочками бредил. Он открыл даже новый вид бабочек, он проводил годы, то есть неделями в Альпах за ними охотился, и во всех разных местах, куда он попадал первый раз, он брал сачок с собой. Он был профессиональный энтомолог, да? Кажется, это так называется. И вот для меня, я повторяю, бабочка – это вот очень, очень простое чудо, которое продолжает существовать пока что еще, слава богу, до сих пор. Хотя среди них бывают всякие. Я тебе очень благодарен за то, что когда я писал этот роман «Свой о человеке-бабочке», ты мне сказал, что там есть еще амбивалентная сторона, что бабочка может быть чудовищем. Если ее перевернуть, да, сложить крылья, да, и перевернуть. И я эту главу вставил тогда, да, с твоей подачи. Я написал. Я считаю, что это объем добавило этой вещи. О бабочке как о носительнице зла писал Томас Манн в своем «Докторе Фаустусе». Там такая прозрачная была бабочка, я забыл, как она называлась. Вот она была как бы, ну, из свиты сатаны. Ну, такой, ну, из бабочки появляется бабочка, потом червячок, как известно. Или наоборот, бабочка. Нет, наоборот, еще, наоборот, она искомана. Наоборот. Вообще бабочка – это христианский символ. Это символ в том числе и христианский, скажем. Иисус Христос – это вот как из мертвой куколки, которая похожа на неодушевленный предмет. Вдруг вот эта красавица возникает, выпрастывается. Так и Иисус Христос вот из гробницы, из мертвой гробницы воскрес в нетленной жизни. Да, я думаю, что во многом это было обосновано еще и в древнем мире, именно из-за того, что вот бабочка это только одна часть этого существа, которое подвергается постоянным метаморфозам, и люди не могли этого не наблюдать, они больше нигде этого не видели. И это было чудо, перед которым останавливались, они пораженные останавливались. Да. И именно на этом и построена вера, да, на том, что мы тоже, мы были до этого, да? Теперь мы, да, сейчас есть, да? Да. И вот мы как раз находимся в стадии бабочки. Да. И после этого мы перейдем в тот мир, в который переходит бабочка, когда она прекращает существование. В Южной Америке была богиня, которая к воинам подходила, прежде чем начинается сражение,
и она как-то прижимала бабочку к губам и их целовала сквозь эту бабочку. Да. И когда это происходило, они понимали, что если они умрут, они взлетят сразу же вот в вечную жизнь. Но ведь известно, что неправильное употребление чего-либо может привести ко злу. Ну, да. Как бы не было нечто привлекательное и реально духовно нужно человеку, если он это неправильно употребляет, он может это превратить в свою противоположность. И тогда мы складываем ей крылья, она уже не летает. И переворачиваем ее насекомым существом со страшными лапами и пастью. И да. Видим вот это. Ну вот эта амбивалентность. Кстати, в Сибири многие бабочки считаются душами мертвых. И не очень добрыми вестниками. Тут двухстороннее, конечно, восприятие. Но для меня, прежде всего, бабочка – это символ вот райского, такой сколок райской природы. Вот я когда читал роман, у меня постоянно складывалось впечатление о том, что для тебя бабочка – это не только вот мифопоэтические представления и весь этот мир, который ты присоединяешь к современному миру, как некий, что ли, как некий образец, на котором он может быть построен и как-то сконфигурирован, что ли, современным языком выражаясь. Но что это не напрямую, но как-то связано все-таки с образом женщины, несмотря на то, что это бабочка-герой, но в нем вот это вот присутствует эта анима в нем самом. И это вот та женщина в мужчине, которая находится в противоречии с тем, с чем он сталкивается в реальной женщине. Да. Да, да, конечно, конечно. И это такой вариант, который тоже знают литература многих стран. Потому что бабочка на греческом звучит психея. Психея, да? Это душа. Есть под заголовок. Душа, да. Да. Бабочка – это значит душа. И как мы помним, в золотом осле, по-моему, да, описывается вот эта повесть об Амуре и психее. О том, что для того, чтобы возникло гармонические отношения в самом человеке, его душа должна встретиться с любовью. Амур должен встретиться с психеей. Душа сочетается с любовью. Далеко не всегда это удается человеку прийти к этому в течение жизни. Но если это осуществляется, то происходит гармонизация, происходит прирастание крыльев к любви и просветление души любовью. Вот как бы зерно бессмертия начинает процветать, прорастать. И вы знаете, ты знаешь, Юра, ведь на греческих вазах очень частый рисунок Амур, любовь, да, он идет с сачком, а в сачке он ловит бабочку этим сачком, пытается накрыть. Вот здесь возникает гармония. Такая гармония очень редко осуществляется, к сожалению, между мужчиной и женщиной, потому что это выше секса, это выше такого спонтанного эротизма, это требует духовной работы. Ты мне сейчас напомнил очень интересную вещь. Я бы никогда не подумал, что может быть проведена такая параллель. У Босха на картинах ловец душ изображается с очком, ловящим бабочек. Да. Но да. Поскольку он находится совершенно в другом контексте, то мне кажется, что его неправильно понимают просто на его картинах. Что его именно нужно толковать вот в том контексте, который ты сейчас употребляешь. Вполне может быть, хотя я сейчас не помню, о чем ты он говоришь. Он все-таки религиозный был художник. Борхес? Да, чрезвычайно. Нет, не Борхес, я говорю про... Я оговорился, что ли? Я про Босха сказал. А, о Босхе. О Босхе, о его картинах. Там у него ловец душ изображен. Да, этот архетип, да. Конечно, работает. Конечно, это работает. То есть бабочка, я могу о ней много говорить. Считается, что она летает, ну, как птица. Она не как птица летает. Она летает, как реактивный самолет. Она вот эти свои движения крылышками... Который не может лететь непредсказуемо, между прочим, в отличие да, от бабочки. Да, она выдавливает воздух. Она струю воздуха выбрасывает после себя. И они по принципу... Потом их изображение на развороте, когда видишь или мертвую голову. Бабочки ведь перелетают Атлантический океан. Откуда они берут энергию? Они летят из Канады на самый юг Соединенных Штатов. Да. Это тысячи километров. Это откуда берется эта энергия? Многие вообще летающие существа, на самом деле, с точки зрения аэродинамики, законов аэродинамики, они летать не могут. Не должны. Не должны. Но они летают. Допустим, майский жук. Да, да. Он не может развить такую подъемную силу, чтобы лететь. Утка.
Она не может своими крылышками, да. Это эксперимент ставили, она не может оторвать себя, не складывается. Но они обладают некой дополнительной энергией, дополнительной силой, которая их отрывает от земли, как и поэта. Там, я как думаю. Сказал Александр Еременко, поэт, Тамас, Раджас и Сатва. Пусть это будет для нас как какая-нибудь клятва. Ну да. Как силы активизирующие, нейтрализующие и третье связующие. Да. Да. Ну, может быть, мы перейдем к воплощению этих импульсов. Ну, вот такое сейчас, может быть, я найду порхающее стихотворение, написанное очень короткими строчками. Вот оно. Это посвящено одной девушке, с которой когда-то давным-давно мы порхали в городе Сочи. Неважно, что прошло, Бог знает, сколько лет, и статуи тепло перевязали в свет, и он вошел в рукав, как ветер во дворце, и черный стриж, упав, все губы вьет в лице. Неважно, что забыл, неважно, что поврось, чем жарче смерти пыл, тем легче жизни ось, поскольку луч прошел, как камушек водой, и свет встает, как шелк, играя со стопой, как Лао-цзы изрек, кто тверд, тот обречен, нет форм, один поток, играющий свечой. Асфальт, прибой, твоя, найду им выше колен, и перелетная, не попадутся в плен жестокости крыла и жесткости руки, и то, чем ты была на спуске у реки, распад сводя на нет, и свет, замкнув в карман, все менее предмет, все более туман. Замечательное стихотворение. Ну, впрочем, вот то, что ты сегодня говорил вообще про приметы времени, вот одной из примет времени является исчезновение любовных лирических стихотворений. Их крайне мало сейчас. Несмотря на то, что люди любят, как будто бы поэт по определению должен обладать этим качеством. Но почему-то это не стало предметом творчества. Все исчезает, вымывается. Помню. Знаешь, Юр, как ни странно, вот демонтажом любовной стихов о любви прежде всего занимается женская поэзия. Причем там идет такой взрыв, да. Такой наезд, с матом пополам, с всеми этими гениталиями, с этой маткой, вывороченной наружу. Все идет деконструкция полнейшая. Откуда такая ярость? Причем ярость это завораживает, как любая ярость, как зрелище любой катастрофы, как зрелище пожара, оно завораживает. Но это идет работа на чужих энергиях, на накопленном чувстве любви. И вот когда начинает оно разбираться, это захватывает, но это не созидает. Это игра на понижение, это игра на чужих энергиях. Вся женская, большинство женской поэзии, столичной, во всяком случае, сейчас этим занимается. Ну, не только столичная поэзия, этим занимается уже не первый год. Это, не первый, да, не это первый. Уже довольно давно. Лет 10. Но я думаю, что мы не будем, конечно, эту тему сейчас распространяться, потому что это не тема, но я думаю, что это одна из серьезнейших проблем эмансипации. Неправильно понятая эмансипация. Как, ну, да. Вот как многое неправильно понятое обращается в самые злые вещи. Если говорить, ну вот, например, очень хорошая вещь национализм, если это связано с национальной культурой. Но очень плохое, если это связано с выстрелами в тех вноверцев. И... От одного до другого очень близко как-то всегда. Ну, да, вот получается так, к сожалению. И вот то же самое связано с эмансипацией. Да, да. Вот эмансипация вроде бы очень хорошая вещь, да, с одной стороны. А с другой стороны, вот, когда эту тонкую грань человек переступает, то получается вот то, что мы видим в женской поэзии. Женщины эмансипируются. Я работаю на радио, однажды пригласил Марию Арбатову на эту самую, на свою программу. И я ее спрашиваю еще до эфира: а как вы что, действительно считаете, что мужчина и женщина ничем не отличаются? Тогда она как-то очень быстро отреагировала, сказала: вот этим вот что ли? Такой цинизм в устах поэта. Ну, вообще-то, и этим тоже, кстати, но и большим. И это не так маловажно, потому что, ну, во всех духовных
во всякой духовной символике женщина — это чаша, это воспринимающая, да, это Дева Мария, на которую нисходит Святой Дух. А мужчина — это активная, созидающая. Конечно, это крайние такие как бы оценки мужского и женского. Чаще всего сочетаются и мужское начало, и женское, и в мужчине, и в женщине. Но активировано это полярные. Полярные, слава Богу, что они есть. Слава Богу, что они есть, потому что между ними всегда возникает непредсказуемая динамика. Вот мне нравится, как Ошо сказал по поводу голубой любви или розовой любви, что напряжение теряется, и все это становится как-то слишком мирно и как-то слишком приторно очень. Нет вот этого вот напряжения, в котором бьет искра чуда иногда. Да, конечно. Но там не только напряжение теряется, но и многое другое еще теряется, кроме напряжения. Ну, конечно, ну, конечно. И оно так теряется, что его уже воспроизвести нельзя. Ну, как-то пошли на какие-то тропинки по поводу... Да-да-да. Нет, я предлагаю вернуться. О чем же в наше время еще можно поговорить, как не об этом, да. К стихам что, почитать что-то еще? Да, конечно, конечно. Ну, надо сказать, я сегодня, когда их перепечатывал, я обратил внимание, что они достаточно эротичны, некоторые из них. Но вот я хочу... Разве это плохо эротично? Сколько у нас времени? У нас времени еще 10 минут есть. 10 минут? Да. Ну, тогда я могу два стихотворения успеть. Мы немножко запоздали сначала, извиняемся по техническим причинам, поэтому мы чуть задержимся. Ну, вот такое вот философское, может быть, стихотворение. «Зима Ахашвероша 2. Крот». Это, говорят... ангелы, это, ну, может быть, продолжение дунинских элегий Рильке, это диалоги с ангелами от лица вот этого вечного жида Агасфера. «Придите, полные света, неизреченного звука, придите, ангелы, но приведите с собой крота. Придите, блаженные, изводящие свет и лимон из черепа Левиафана, немыслимые. Без вас из-под языка вынута ложка жизни. Страшные, сожигающие во мне все, что придумала про меня чернь, дремлющая заживо. Я вашим светом исколотый одинок, как наперсток на дне океана. Придите, несокрушимые, но приведите с собой крота. Или вы видите иначе, чем я? Я был вами, мне было страшно. Через ваши глаза в меня заглядывают иллюминаторы авианосца, ваши миги и флайерсы для тех, кто стрелял в себя, как в енота, ваши цветы на капитанском столе, окурок с вонью дымка, вы их не различите, но я их вижу. Придите, настаньте, бессмертные, и я, и вы, мы должны составить одно тихое слово, растаять до вмерзшего в лед рта. Тот, кто умирал, слышит скрип колодца, как харкает стартер на морозе. Не зайти смерти дальше, чем смерть. Мы с вами ходили дальше. Вы знаете, что там, вы сами. Мы уходили за ребро бытия, как кузнечик за баржу, но я предпочел остаться здесь, где я тот, кто не узнал. Если свет предстоит великим, то я не с великими, с теми, с пропащими, с кем ничего не поделать. Кашалот фосфорисцирует, догнивая на отмеле, как птичья клетка. Ты сидишь в комнате, наморщив лоб, в руке пульт, в другой сломанная кукла. Мертвая мать догоняет сына на трамвайной остановке. Как же прекрасна ты, ма! Как свободно теперь, юна, поцелуй на виске, подкова танцующего небом зеленым пана. Собой мы упразднены, и ничего не значим, кроме того, что не мы. Придите, блаженные, на скрипках огня сыграйте нам наш собственный танец, от которого мы отреклись. Уж лучше голым волчью шкуру любви, как видаль. Не верю, что у вас есть маятник, паровоз какой-нибудь, что ли, пентиум. Вы слишком легкомысленны, вы слишком мудры по-детски для этих умных вещей. Неторопливость в вашем сиянье. Мужчина в доме играет в тюленя, дева провидит куклу, под одеялом тешит себя Джома Лунгма. Я говорю, вас много, как булавочных головок, но меньше, чем облетающий лист ваше зренье, меньше удара виска. Бог входит к вам, раздет догола, как в аэропорту на контроле.
а вы белы, вплывая в сердце, как теплоход в кубе прозрачности шлюзи, поднимаясь к горлу, клык гнут у льва. Пойди застрелись где-нибудь, вот тебе, брат, железо. Бабочка впивается в солнце, чтобы проснуться. О, если бы вы расслышали, что говорю сейчас, про буквы, трубы и саранчу, не слова, а то, что было вместо них, до них, меня самого, вы поразились бы малости нашей, от которой зависит ваше сиянье. Устыдитесь, вам говорю я, бессмертные. Пылкость и поворот двери. Я не скажу и с ней, кроме того, что ангелы не спасут нас, скорее убьют, вы сами спасете других. Но слава вам, блаженные, за смерть, сиянье и правду в когтях. Вот крот идет, на нем золотая пожарная каска, в руке турецкая сабля, орел сидит у него на плече, в барабан играет, и я изрыт бытием его невыносимым, как нарзан пузырьками». Прекрасное стихотворение, просто замечательное. И оно мне что-то навеяло из уже давно ушедшего далекого прошлого, когда вот существовала группа, которую назвал метареалистами Эпштейн Миша, но на самом деле он имел в виду гораздо более широкий контекст. Метареализм — это понятие такое близкое к философии, и поэтому он туда включал самых разных людей. И в чем-то это согласуется с разными концепциями начала 20 века, когда пытались сформулировать что-то типа фантастического реализма, магического реализма. И все говорили, вот у всех где-то мысль витала вокруг реализма. Что такое реализм вообще? И никто не понимал это так, как потом было это интерпретировано в советское время. Что реализм — это вот если ты пишешь о дереве, то опиши дерево. Вот один из поэтов коммунистических и комсомольских написал, например, очень реалистическое стихотворение из четырех строчек, которое я сейчас привожу как пример реализма. Называется «Моя биография». Очень короткое стихотворение. «Родился, учился, женился, пишу». Вот это неправильно понятый реализм. С другой стороны, это просто четыре слова. Это просто четыре слова, которые абсолютно ничего не значат. Их можно применить к чему угодно. Но в том-то и прелесть авторской поэзии, что она передает вот этого автора и никого другого, и не может ничего сверх этого сообщить. Это нельзя приложить кому бы то ни было еще. Но это можно воспринять, и этим можно наслаждаться, увидев это каким-то образом, каким-то своим внутренним взором. Но, может быть, мы еще, у нас есть немного времени, еще что-то... Да, я хочу прочитать последнее стихотворение в этой книжке «Зима Ахашвероша», чтобы, ну, чтобы все-таки понять, что не все так безнадежно, что есть выход. Стихотворение называется «Магдалина». До какой-то степени оно написано в пару к пастернаковской «Магдалине». Посвящается оно Лесе Тышковской. Ни каменными с крошкой полотенцами, ни в сланце плача, лодкой зарываясь, землей себя, проросшей померанцами, к угасшенному солнцу поднимаясь, форелью жили руки, столб обнявшие, ныряя вверх, откуда смерть стекала, пружиной жадной серебро вгонявшие до камня, буруна и до начала. А тот, кто был так, что качались заводи, и стриж летел, и лодка проходила, он над тобой теперь повешен за руки, и ты в него ссыпалась, как в могилу. Искошена, как берег над излучиной, теперь была ты дочерно прорыта стрижей ходами, норами и тучами, и стонами, и визгом птицевидным. Тебя уже приподнимали нехотя соборы, рощи, тучи с дирижаблем, за нити, ветки, раковины, неводы, подмышки, локти, витражи и жабры. Он стал могилой с негашенной известью, для всех пропащих углублен и вырыт, как белый флаг о пораженье, жилистый от мощи смерти и от гущи мира. Из берега, прорытого стрижинами ходами, перевернутый бросался, раскинув руки над миров
кувшинками, загустевающее им пространство, и шли верблюды. Ты ползла, как липкая улитка, и стелилась, роговея, по брусу вверх, и сматывался ниткою в спираль. И горб твой путь, звезды правее, ты припадала, и ты липла намертво, и сила этой сдвинута сходила на послезавтра, как корабль со стапеля, свой свет не удержавшая могила, и из ладони до земли умноженной ни Богом, ни возможностью спасенья, ты прорастешь сквозь смерть, собой доношена в ребро и луч, и пламя воскресенья. Спасибо большое, Андрей. Спасибо тебе за этот вечер, за эту беседу. Вам спасибо большое. Которая, спасибо всем, кто нас слушал. Запомнится, надеюсь, нашим телезрителям. Спасибо вам большое, наши зрители. И еще раз повторяю, вы можете увидеть и скачать эту программу на живом телевидении www.tv-l.ru. Спасибо, до свидания, до новых встреч.